Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры Закаленные в бою. Мы продолжаем. Ну что же, проходим особые миссии. Перезакалка. Восстание Гальватрона. Уровень сложности эксперт. Часть вторую. Так, часть вторую мы прошли. И выходим на финишную прямую. О, ничего себе. Я-то уже и позабыл, кто у нас тут был. Да. Боссом у нас здесь будет Мегатрон из вселенной фильма. Но если раньше мы с ним сражались на, так сказать, сложном уровне сложности, он же как бы средний здесь, абсурд, да, то есть, сами понимаете, находится средним, да, а считается сложным. Точнее, находится на сложном, считается средним, короче, понимаете, как хотите. Но, тем не менее, единственный и неповторимый. Будем надеяться, что это... Надеюсь, не такой же Мегатрон, который был когда-то давным-давно, с которым мы дрались. Ох, была эпопея. Ну что, давайте начнем. Посмотрим, куда это все приведет. Так, во имя священных свечей зажигания. Босс. Такое ощущение, что Бамблби такой выглянул, что-то сказал там, а-ля типа это, боже мой, во имя священных свечей. Оптимус даже не говорить не начал, он просто такой глянул, смекнул, опа-на, ого-го, я назад. И свалил, да? Вроде что-то хотел сказать, но передумал. Так, ну, не знаю, можно здесь. Почему бы и нет? Бамблби. Спецатака 3, открыто держитесь. Нет, они точно что-то подкорректировали, определенное. Ну ладно. Бамблби. Причем в двух местах один и тот же Бамблби. Полусюжетный какой-то. О! Зашибись, я вернулся. Браво! Просто феноменальный ворот. Ох ты! Да что у тебя? Все. Слава богу, мы его замочили до тех пор, до того момента, когда он бы это достиг в три деления. Тогда бы нам пришлось не сладко. Вот с этим Бамблби всегда трудно сражаться. У него вот этот вот читерный эффект. Когда он находится вблизи, он может и увернуться, еще и энергию накопить. Его только издалека отстреливать надо, не иначе. Так. Ну чё, у тебя тоже атака 3 открыта? Да у них у всех атака 3 открыта. Ха, нормально. Ага. Ну, давайте тогда пусть Арси разбирается. Ибо у нас там... Хотя нет, давайте-ка мы этого Мегатрона на разогрев пустим. Еще неизвестно, какие эффекты будут у того Мегатрона и как с ним бороться. А то вдруг там какой-нибудь непробиваемый щит, там, Капитана Америки, да? И снять его можно только шоковым уроном. А у меня, допустим, нету этого шокового урона. У меня, если кто и есть, так это Арси и Айронхайд. Из тех, которые могут урон, так сказать, сквозь щит давать. Но, блин... Прийтись может не сладко. Поэтому, я думаю, надо Арси это... приберечь для финала. Когда ситуация накалится до предела, тогда будем использовать, так сказать, наших козырных ботов. Ну, Айронхайд, это понятно, он всегда у нас козырной бот, а вот... Арси... как единственная из немногих, кто может в нашем отряде накладывать, так сказать, побочный урон... весьма немаленький. Ее надо приберечь. Надо было с самого начала ее беречь. Ну ладно. Бамблби просто попался. Так, а у тебя что? Да и у него спецатака 3 открыта. Нормально. У всех спецатака 3 открыта. Стоило один раз попасть на мастера, и у всех спецатаки 3 открылись. Обалденно. Тик. Ой! Рогатый на меня эффекты наложил. Да нифига себе, как ж ты так-то сделал-то, а? Блин, а?
Что происходит? У меня что-то как-то да. Расклеилась игра. Раньше у ворота работали и блоки как-то, и право первого удара было за мной, а теперь... Время идет. Когда ты меня вела дорога приключений? Пока не пристрелили колено. Ну, давай, Мегатрон, снова твой выход. Айронхайда я буду беречь, а то не дай бог еще и его. Отправлю на больничную койку раньше времени. Приятного мало будет. Так. О! Хорошо. А, лопух. У него, насколько я знаю, сочетание спецатак Бамблби, одно деление, и Оптимус первого поколения, так сказать, два деления. А вот что в три деления? А, нет, в три деления они это, у них у всех одна атака, в парашу ныряют и это, жуть нагоняют. Ну давай там, начинай размахивать. Вот зараза. Блин, слава богу. А то бы, не дай бог, бы еще топором бы меня тюкнул. А у Мегатрона, кстати, на этот топор... Согласно последнему фильму, одному из последних, теперь нынче аллергическая реакция. Или просто реакция. О. Ну конечно, Айронхайд никак не может иначе, у него теперь еще и критический урон еще плюс 100%, он и так критический урон дает недурно, а тут и еще 100%, вообще зашибись. Ладно. Ех. Ех. Во! Пошла жара! Давай будем сжигать тебе все. К лету надо худеть. Давай, елки-палки. Процедура от миража, да? Все. Так, мой черед. Ну че, 1% снял. 1% снял. 1% один удар. Ладно. И так пойдет. О, о! Так. Я даже не знаю, кого... Давайте Мегатрона. Давайте Мегатрона, ибо... Вот, так сказать, это... Он наименьшую ценность в нашем отряде представляет. Ну, на данный момент. Ну все, пошла жара. Ой, ты чё, тоже что ли броню накладываешь читерную? Все, плавник, отшибу тебя нафиг. Ух ты! Окунь фиолетовый, а? Бортануть меня решил? Да хорош, ну смотрите, а накладывает на себя щит этот, а? Хрен прошибешь. Ёлки-палки, а! Ну, смотрите, а карась фиолетовый, что себе позволяет? Ну-ка, давай-ка это уже! Заканчивай это! Бортуй ты этим своей атакой в одно деление! А, залп! Ну ёлки, наконец. Ой-о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 й
ты себя корчить? Мы-то дрючили. О! Тик-тик.
Нормально. Блин. Сбил сам себя своей же атакой. Эх ты. Все, карасик. Долго же ты брыкался на сковородке. Ну ладно, лучшая серия. 50. Можно было бы и больше. О, босс! Босс! Так. Ну, давайте глянем. Чё у него? Прайм-усилитель. Усилитель здоровья. Шанс критических ударов. Имитация. Вот это вообще полная жопа. И копит силу до готовности своей спецатаки 3? Ух, ни хрена себе. Так, а вот это вот забавно. То есть смотрите, да? Копит силу для атаки спецатаки 3. Это же вообще охренеть. Это мне его надо... Блин, я даже не знаю, но... Слушайте... С каждым разом все читернее и читернее становится, ребята. Вы что, охренели совсем? Блин, вот тебе и Мегатрон. Скопит силу это для до спецатаки 3. Все или ничего? Постойте, что это такое? Имитация, шанс критических ударов и энергосопротивление. Так, тут, короче, понятное дело... Понятное дело, здесь надо это. Экс. Блин. Мне бы самому бы атаку провести. Надеюсь, я выживу. Но сейчас его вообще не резонно атаковать. Засранец. Ой. Ой. Давай честь. Слушайте, это вообще читерная херня какая-то. Последний залп. Фу, вообще нифига не снялось. Короче, тут надо за миража и проло играть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Основная ставка на них, либо... Блин, ну я даже не знаю, что-то вообще какой-то он это... Терминатор просто. Так, ну давай Ренхайд. Других вариантов я тут не вижу. Будем жечь, атаковать только тяжелой атакой. Иначе никак. Да ладно! Так. Да хорош! Во! Да ладно! Да ёптать! Да зараза, ты откроешься до, для атаки! Блин, а он какой-то этот, я не знаю. Смотрите, что творит, а? Не открывается вообще. Но! Добивай! Все, хана Эренхайду.
Все, прилетел. Ну, хотя бы Эренхайт снял здоровье. Слушайте, ну вот эти, конечно, эффекты, я балдею. Чё они там дальше придумают? Они там, походу, я не знаю. Среди разработчиков, видимо, этот Джон Крамер какой-нибудь сидит, который эти придумывает пытки. Это вообще кошмар какой-то. Так. Ну, давай, Арси. Стреляй. Ек. Бляха, Мухарси, ты в него должна стрелять. Вот зараза. Смотрите, а он только дальними атаками, а? Орудует. Еще физ сопротивления. Да в баню. А, вот теперь он в ближку перешел. Ну, обалденно. Ну! Еще раз! Блин, 1%! Гребаный 1%! Пока Арси улетела! 1%! Я охренею! Кошмар, это просто ужас. Уже трое полегло наших. Давай, Прол. Тащи. Вот Пролу надо либо одной атакой в одно деление, либо... Да не надо, либо он подошел по щечину, да, он Мегатрон уже стоит такой никакущий весь. Сколько можно? 1-0. Какая боль, какая боль, да? Прол и Мегатрон. 1-0. Так. Единственный неповторимый. Ну, хотя бы... Хотя бы прошли. Остался финал, и я что-то уже, честно говоря, начинаю побаиваться. Но бороться с этим неизвестным и грядущим будем уже в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. И храни вас Праймус с Юникроном. Пока-пока.